не то, что погодно, вот именно вот этот апрель весь месяц она ловится там, да. А потом так, один, два, да. А вал именно идет, да. Знаете, так мы... график. Ага, апрель месяц. Да? Ну вот я жду тепла чуть-чуть. Август, да. Китай озеро. Попиздеть весной, блядь, сюда. Да? Обсудить вопросы, блядь. Информацию скину. А нету солнца, нет тарантула. Тёмного, брат. Да я вижу. Да это вот там вот такой бычок один, блядь, ребят, сейчас нахуй. Клюнул по раз. Главное, что сезон открыл, все. Ой, опять. Ну что рвет, понимаешь? Ну. Что я открыл сезон. Да. Там пиздец. Там такое чувствуется, что даже она только, блядь, подошла уже, блядь, я его вижу. Рвется, блядь, хлопнет. Это бревно она пока согнет. А еще колокольчик полкило. Я просто прозрел, блядь. Я возненавидел все эти удочки, возненавидел. Это грузило еще элеватор, я не знаю. Как захуяли на ту сторону летит. Как водочка, да? Элеватор. Хуя ее был буяном. Опа, блядь. Рвет, рвет, просто рвет. Да. Он уже отловился. Что? Стать провалить? Да, да. Да, сетка да, стоит. А? Да у них какая-то сетка дальше стоит. Я тоже осенью столько побрывал здесь, блядь, пиздец. Или старая, может, кто-то заткнул сейчас. Ну идет он, вах, раз, и есть, блядь, и готов. Это тоже, но это отцепили. И так чувствуешь, что натянется, блядь, они. Там за дно еще хуй. Вот это на вот хуя иди. В смысле? Там под берегом нет. Там вот так по колено. Ну я знаю. Как вот до столба. У меня для этих дел есть катер, блин, маленький. Там у нас тоже заебал он, блин. Чего? Реки на пульте сели, то что-то. Ну да. Не знаю, первый год. На Китае, блин, следили за ним, блин. Как же вот так. Да. Поехал он туда, блядь, а я там, если тебя не отбил, он на месте вытащит, да? Да. Ну, Краснодар вытащит. Кто работает, а здесь нихуя. Там этих батареек, как грязные под ногтями. Так или такая, блядь. Да не, нам и денег хватало бы, но забросов 20 не хватало бы. Аккумулятор одного жбил. Может, мы что-то не понимаем. Ну да. Вот и те батарейки. Фу, да. Как такой черный, блядь, $1000? Ну да, да. Ну, и смотрел по телевизору. С эхолотом, блядь, у меня тоже он, блядь. Глубина рыбы. Да, 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 яма, блядь, все равно. Яма. Чего, хорошая хуйня. Охуительно, я еще не понял. Или на Мирном, там, блядь, и подкармили, блядь, и все. Там он хуярил, а вот на Китай, блядь, долечелька, и видно, она уже что-то там не тот контакт. Дал, потерял. Не, ну там 400 метров он берет спокойно. И вот... После 20-го, который, мы приедем их на там. Туда, в Очаков? Да, Мартовик называется. А там вывозят или что? Что вывозят? Ну, или с берегом. На сложке, блин. Наш Сузуки, мотор, блин, лодка, я пиздатый. Мы на море ловим, ну тут. А вы на море идете? На фонтане нашли. А что там? То же самое. Ну на прокат даете? Нет, так не с лодки, спирс ловлю. Вот сейчас весна будет, чтобы бычка будет валом. На
на прокат дают лодки. Да? Давали раньше, да, у меня тут бычок не тяги не могу. Это ты где золотой якорь ресторан, да, туда? Золотой берег, да. Пускаешь это. Ну, у нас 5-й номер, а ресторан, по-моему, 30-й или какой, я не помню. 36-й, блядь. Там спирс, да? Да, спирс, блядь, ночью, блядь. Так, днем нихуя, а ночью он, блядь, идет хорошо. Я там бильярды играл, забегал. Угу. Ох, там да, я помню, тут бильярды. Не было на этом сидеть. Хуя, я вот не хуёво, блядь. Бля, вошёл за хуёво. Угу. Да, я знаю. 2 метра, блядь, пошли. Назад, блядь. Вот тебе как пишут туда-сюда. И там дают лодки на них спасать. Да дают, я знаю. Я же вырос там. Все знаю. И работал тоже в этом кухозе, да. Шмидт этот, да. Когда он был на тендере, мы ловили рыбу, да. Сейчас бычок пойдет, да. Нет температуры реки, нет воды солнца. Да холодная ледяная вода. Был бы солнечный день, поверь, заебался пыль. А я шо, не знаю. Вот так все, что приехал, да. А вот ну, что, приехали? Там же парни, звоните. Может, какие-то советы бесплатные? Спасибо. Рыбалки, общаются. Да. Да. У меня Саша звонит. У меня Вадик. Вадик, ты звонишь? Да. Мы пишем телефоны, будем общаться по рыбалке, где кто клюнул. Вот это. У тебя же есть мы. Да, да. Спасибо. Поехали к Андрею, это у него так делается. Там 40 рублей слева. Там? А вот дальше. А, там дальше. 42. Седьмой причал. А. Доезжаешь туда и там места. Ну там, блядь, культурно. Ну я знаю, а там вы не ездили вот тут поворот на Видеополь, блядь. И вот за этими чеками четырьмя, блядь. Там, я не знаю, километров 10, наверное, вот так вот места тоже, номера стоят, блядь. Да, да. 66-й, да. Да, там если заехал и пошел дождь, все уже, сиди пока высохнет. Да, колея вон, Ваня, вон. Да, я знаю. Что, будем влить? Кто это? Будем влить? Поехали, что мы делаем. Там все тоже не хватает. Ну давай собираться. Подожди, подожди, не ломай, не, а? Не ломай. А, вытащил уже. А? Понятно. Да не надо так вот. Думал вообще ты инспекцию сначала. Понятно, что этого сегодня никто не будет, но сезон открыт. Мне. Там такую ловят. Конечно. Так.
хуй кашу размывает, видишь? Чем его выговориться? Давай. На фонтане, говорит, рыбалку, блядь. Бильярд на лохов, блядь. Знал бы ты, с кем ты разговариваешь, там, да? А ну держите. Только за кольцо не держи. Как ты сам вытащил хуй уже? Или там нормально было? Ну? Палки у тебя охуенные, да? Да. Блять, замерз, сука, пиздец. А? Сумку. Ну это сумка. Так. Стоял я, пришел сюда. А? Стоял я, пришел сюда. Всё, лишь ночь? Нет, там садок. Всё, блядь, сезон открыт, нахуй. Так, а где эти хуйни? Ты куда положил? Сумку. И там. Вот. Ну, собаки. Ладно, блядь. Все перебирать. Фу, холодно. В болото. И в воде стоят все. Ну, в воде, там сухо. Ехать было.
куда в сторону Измаила, не знаю. Озеро. Да. О. А ну запиши себе. Там еще один есть. Я вот сюда запишу сейчас. Слышь? Телефон. Куда? Ну все. Ага.